конечно. Муринью по 4 раза. Легендарные тренеры. Итак, игра началась. С формой проблем. Фланг перехватил Матео Дармиан. И побежал Генрих Мхитарян. Дармиан. Передача с фланга в центр. Удар по воротам. Какой удар! Хуана Мата и великолепен Якупович. Потом уже будем разговаривать о судьях. Великолепная передача. Посмотрите, как здорово. Затем он был приглашен в лиссабонский Спортинг. Сейчас простительная передача Дармиану. Еще один момент. И Руни имел шанс забить. 200 первых минут мы видим несыгранность. И, в общем-то, и случай помог Хаву. Сейчас удар по воротам. Вот так прошел штрафной площади Харри Магуайр. Перехватил мяч, пошел центральный защитник, вышел на ударную позицию, но, правда, не получился у Харри как следует. В команде такой эмоциональный подъем испытывают футболисты, естественно, они пытаются. А сейчас великолепно играет Мата, и вот, посмотрите, момент какой не использует Хитарян. Момент потрясающий для взятия ворот. И опять, обратите внимание, Мхитаряна никто не атаковал. Великолепно здесь сыграл Хуан Мата. Убрал, смотрите, на Рэшфорд. Передача, положения вне игры нет. Подача в штрафную. Валенсия сбрасывает мяч на Мату. Мата, Мхитарян. Мхитарян не стал бить сильно. Пытался пробить технично. И Генрих промахивается. Опять очень опасная ситуация у ворот Халл-Сити. Смотрим всю атаку. Сброс. Опять, смотрите, никто не атакует Мату. Из самых талантливых полузащитников. Удар воротом издалека бьет Погба. И вот так с трудом Якупович отбивает мяч за боковую линию. И Андер Эррера, один из лучших опорников английской премьер-лиги. Эррера тоже очень хорошо в этом сезоне играет. Да и вообще, конечно же, друг друга. Главное, что появилась уверенность, которой не хватало. Рэшфорд мячом, удар воротом. Удар выше. И снова мяч. Да, уже по ударам и в створ, и в сторону ворот. Манчестер Юнайтед в разы превосходит Хал. Замену и забил гол на 90-й минуте. Забил второй мяч. Вот момент неприятный. И вот, пожалуйста. Да, Йоманде имел шикарную возможность. Или там было положение вне игры. Положение вне игры. Но я думаю, что игроки и болельщики Манчестер Юнайтед испытали весьма неприятные такие минуты, секунды. Бил фланга, атакует. Снова Грасс врывается в штрафную площадь и бьет поворотом. Но, ну а дальше уже нет, не удалось это сделать Мейсону. Подача, вот момент. А что же Погба-то не бил? Погба пропустил и сейчас разводит руками. Шикарная была. Шикарная просто, посмотрите, ситуация. Валенсия сейчас подаст. И здесь Погба. Бей, не хочу. И Погба пропускает мяч. И уже контратака. Контратака. Бил поворотом Абель Эрнандес. Вот эта контратака нам показывают. Передача с Нотграсса уругвайцу. Удар в Маркус Рэшфорд. Забил этот победный гол. Удар поворотом. Погба. Там еще, по-моему, рикошет был, но специалист. Не нужно забывать, что сейчас смотрим за этой атакой. Мхитарян. Передача на Рэшфорда. Рэшфорд. И не дают бить Рэшфорду. И сейчас Рэшфорд. Дэвид Майер. Два полузащитника, опорника. 11-й Сент-Лукас, 25-й Райан Мейс. Бывает редко. Сейчас вот момент. Удар поворотом. И какой момент был у Уэйна Руни. Казалось бы, мяч должен был влетать в сетку ворот. Да, ну здесь я вам скажу, что фортуна просто-напросто своим крылом прикрывает сегодня. Ну, может быть, чуть-чуть ускорится. Валенсия подает. Прыжок, удар и гол. Гол. Мата забивает гол. И опять, вы обратили внимание, как бил Мхитарян.
практически никем не атакуемый. Да. Ну сколько же можно испытывать судьбу? Давайте еще раз посмотрим эту голевую атаку Манчестер Юнайтед. Поль Погба, Валенсия. Посмотрите, Валенсия подает, прыгает. Нет, там офсайда, никакого офсайда нет. Все было по правилам. Мата, подача, прыжок Мхитаряна. Он буквально перевешивает. Мхитарян-то не скажешь, что не самый высокий игрок у Манчестер Юнайтед, но такое ощущение, что Майер не ждал. И передача с фланга. Вот здесь вот какой прыжок сотворил Адама Дьяманде. Ну, пожалуй, это было единственное решение в данной ситуации. Подача с фланга Дэвида Малера в серии пенальти. Сейчас смотрим, причем проиграли-то дома, вот здесь, на Олд Траффорд. Итак, смотрим. Удар поворотом. Ух, какой удар Погба наносит, а! Нет, ну, определенно, сегодня в Фортуна Захалл-Сити. Шансов никаких. У вратаря не было. Потрясающе выполнен в Англии. Если вы посмотрите различные справочники, ну, сейчас очень много справочных сайтов, и вы увидите, что Манчестер Юнайтед, он наверху этой пирамиды. Удар поворотом и 2-0. Вот вам Фелайни. Вот вам Фелайни. Выход Маруана. Оправдал себя на 200%. Гол 2-0. Такой важный второй мяч забивает Фелайни. Благодаря своему росту, безусловно. Будь он чуть-чуть пониже, конечно, не дотянулся бы до мяча. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь. Чуть-чуть, аж не повезло. Дурмян подает. И вот здесь переправляет Фелайни мяч в ворота. Да, с ног глаз. Ну, казалось бы, да, уже атака захлебнулась. Дурмян. И пас на Фелайни. Фелайни, да, перебрасывает Якуповича.